что это вообще такое есть, потому что я помню про себя тоже, что что такое техника, непонятно, какая она есть. Ну, то есть, есть просто удар, да, такой, например. Это техника, техника, там, двойки какие-то. Все равно ты смотришь, пытаешься какие-то видео, пытаешься понять, один так показывает, другой так показывает. И была моя задача, ну, как бы рассказать о том, как это зародилось, да. Понятно, что это видоизменяется, что-то дополняется, кто-то все равно, физиология там и так далее у всех разные, и люди используют техники все равно немножко по-разному, да. Одни и те же техники используют немного по-разному. В этом, кстати, тоже интересный момент, что чем больше ты изучаешь вариаций, вариантов техник, движений, позиций, тем лучше ты понимаешь, как тебе на самом деле удобно. Да? Если ты учишь только одну позицию и один вид ударов, ты хочешь, не хочешь, будешь играть только так, удобно тебе или неудобно. Вот, чтобы понять, как тебе на самом деле удобно, как ты свободнее себя чувствуешь за инструментом, надо все изучить, хотя бы понимать, как это работает. Ну, а лучше изучить, потому что знать и уметь — это разные совсем вещи.